Мужчина погиб в аварии в Кичгородецком районе. ДТП произошло накануне в 9:20 утра. По предварительным данным, 65-летний водитель на автомобиле «Газель» выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ. От полученных травм водитель «Газели» погиб. 33-летнего водителя большегруза доставили в больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Пешеход попал под колеса автомобиля в Череповце. Как сообщает ГИБДД, водитель на автомобиле Hyundai двигался по тротуару, где сбил 47-летнего мужчину. Череповчанин получил повреждения, госпитализация ему не понадобилась. Канал сбыта наркотиков в особо крупном размере перекрыли череповецкие оперативники. В конце мая сотрудники отдела наркоконтроля задержали 26-летнюю девушку. В лесном массиве дама делала крупный заклад запрещенных веществ для последующего сбыта неизвестным лицам. При личном досмотре и осмотре автомобиля в салоне иномарки на переднем сиденье и у ручного тормоза в отдельной ячейке оперативники обнаружили и изъяли свертки с неизвестным веществом белого и бежевого цветов. Также при осмотре тайника оперативники обнаружили сверток, перемотанный черной изолентой, в котором находился полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом белого цвета. При осмотре съемного дома в деревне Ирдоматка, где проживала задержанная, в разных комнатах полицейские обнаружили и изъяли несколько полиэтиленовых пакетов с различными веществами синтетического происхождения, а также приспособления для их расфасовки. Химическое исследование изъятого показало 3 вида синтетического наркотика и 1 вид психотропного вещества. В отношении злоумышленницы возбуждены уголовные дела. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.